Почему у вас нет денег? Ответ очень простой. Напишите, пожалуйста, сколько денег сейчас у вас на депозите. Ну, если не боитесь. Можете не писать, в общем. Я могу точно сказать. У подавляющего большинства людей денег на депозите, на банковском счете, не более 50 тысяч рублей. У многих нет вообще денег. Многие живут от зарплаты до зарплаты. А очень многие живут, ну, тратят больше, чем зарабатывают. Это как бы постоянно так и регулярно. Вы скажете, как им это удается? Очень просто. В кредит. То есть люди тратят деньги, которые даже не заработали еще. Кредит. А потом мучаются на трех работах, чтобы вернуть этот самый кредит. Вот так. Поэтому, если у вас при виде денег возникает желание, и у вас всегда есть куда их истратить, то, в общем, у вас денег никогда и не будет, потому что главная ваша цель не как не иметь деньги, не сохранить деньги, а главная ваша цель, наоборот, избавиться от денег. Чем быстрее, тем лучше. Напишите, если я не прав. Вот, поэтому надо научиться сохранять деньги. И мощнейшая методика, которую я придумал, вы увидите, называется табличка накоплений, стратегия накоплений. Посмотрите это видео. Ну, а если у вас есть 6 миллионов рублей, то смотрите дальше следующее видео, куда их вложить.